Здравствуйте, с вами интернет-магазин Президент Watches. Сегодня мы расскажем вам о часах Ariane, модель TT12005B. Корпус часов изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Ремешок из натуральной кожи, прошитый. Застежка классическая, стальная пряжка. Задняя крышка стальная с информацией о модели и фирменной голограммой Ariane. Циферблат защищен прочным минеральным стеклом. Способ отображения времени аналоговый. На стрелке ириски нанесено светонакопительное покрытие, которое хорошо видно в темноте. Есть окошко с датой. Также есть три малых циферблата, в них отображены тот, что слева по центру отображает работу секундной стрелки текущего времени, так как большая секундная стрелка, красная на главном циферблате, отвечает за работу хронографа. За работу хронографа также отвечают два других циферблата малых. Верхний отсчитывает доли секунды, нижний – минуты. Стрелка секунды отсчитывает, большая красная, как я уже сказал. Механизм часов кварцевый, точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц, питание от литиевой батареи. Класс водозащиты – 3 атмосферы, часы не боятся случайных брызг. Диаметр корпуса 42 мм, толщина 9 мм. Для установки даты и времени используется коронка, расположенная справа на корпусе по центру. Ее нужно отвести на один щелчок для установки даты. Поворачиваем по часовой стрелке. И для установки времени отводим коронку еще на щелчок в сторону. Можно поворачивать стрелки. После всех настроек возвращаем коронку на место, плотно прижав к корпусу, чтобы часы снова пошли. Для управления хронографом используются кнопки выше и ниже центральной коронки. Верхняя кнопка запускает хронограф. Она же останавливает. Нижняя сбрасывает до нулевых значений. В комплект с часами идет инструкция на нескольких языках, включая русский, и гарантийный талон с фирменной голограммой, уникальным серийным номером, условиями гарантийного обслуживания и перечнем сервисных центров. Упакованы часы в фирменную коробку. На этом все. Спасибо за внимание.